Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня опять немочка, и мы на аккаунте моего подписчика Макса. У нас очень мало силы, у нас 40 тысяч накопленных самоцветов. Судя по всему, будет очень много имбовых героев. Как видите, здесь вообще печаль по героям. Зато тыква хоть есть. Так, окей, а что тут у нас? В общем, мега-роллинг, это не все. А, есть вот такой вот, где там он, пак за один самоцвет. Ну, видите, немка все-таки даже лучше, чем русский сервер. И два сундука, сундук с чарами, плюс расходники. А у нас дали карты 250 самов. Что такое 250 самов? Это вообще ни о чем. А, в общем, вот такой вот здесь за один сам пак. Начальный аккаунт, я вижу, он недавно начал только играть, 40к. А что, он задонил? Нет, не задонил. Странно. Накопил, значит. Так, окей. Окей, с этим разобрались. Поехали, посмотрим, что тут у нас. Две карточки. Это, скорее всего, карты вот отсюда. Вот отсюда две карты. В принципе, неплохо. Вот такой вот коллекционер у нас. Коллекционер... Два дня идет, не один день, а два. Я вчера отсюда вытащил Варевульфа и получил сумку на розу. Я, конечно, бы не знаю. Я бы эти самые, наверное, спустил бы на пирата, если бы он был. Но он захотел роллинг. Значит, делаем сегодня роллинг. А, у нас есть еще этот. Молотки бога грома. Ну, давайте сейчас, секунду, узнаю у него. Может, он хочет... молоточки. Давайте пока начнем. Сейчас он отпишется. Мы узнаем, что же все-таки он хочет более... Хотя, в принципе, и то хорошо. Аккаунт начинающий, по-любому нужны герои. Так, с 450, 450. Санта Бум. Места у нас не особо хватает. Ну, блин. Свалин, вот это уже поинтересней. Так, это уже поинтересней. Два героя у нас таких есть. Ну, блин, давайте так. Вот он написал, что хочешь сам. В общем, Макс, сейчас мы посмотрим, что у нас роллено. Ниндзя, фрукт, овощ. Так, давай так. Еще, еще, и еще. И еще одна тыковка. Ну, блин. Мы собрали Варевульфа, то есть мы сейчас откроем еще розу, я надеюсь, мы не 10 осколков, как у меня, вытащим. Давайте, и пойдем поиграем в бога. Все-таки хочется посмотреть. 10 осколков, ну, отлично, сколько у него уже есть. Осколков розы. Ребят, роза здесь собирается проще всего. Да и огник, в принципе. Так, окей, поехали. Я хочу поиграть вот здесь. Правда, по 200. Давайте так, на 10к. попыток. Поехали. Чик, чик, чик. 1к кулаков. Блин. Ну, рандомчик, я надеюсь, ты дашь нам 50 все-таки попыток. Конечно, было бы круто и сумки словить. Блин, ну почти. Смотрите, почти, почти. Просто трэш какой-то. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну давай уже. Блин, 25 попыток. Офигеть, ребят. Просто офигеть. Я даже не знаю, что делать. Дальше стоит ли играть. Ну, хоть поиграли, хоть посмотрели, что это. Есть, ребята, две сумки розы. Отлично.
Все-таки может лучше в эту акцию поиграть. Так шансы на огника можно вытащить. Так, куча расходников. Плюс 6 как кулаков. Ну, пират, мне кажется, конечно, был бы круче, но пират будет аж через 2 недели. Не раньше. 14 как гашек. Так, это мы распечатывать не будем. Забираем 2 сумочки. Поехали, добьем. Ну, очень рядом, как видите, розу можно реально словить. Но 10к мы потратили на 2 сумки, это дофига, дофига, я вам скажу, на русском сервере, ой, я говорю на русском, фу, ты что, опять за русский сервер, на этом, на пирате мы бы, наверное, собрали больше, хотя как повезет, поехали, чик, плюс 20, ну, по 10 по минимуму дает, ну, что за фигня, ёпрсте. Окей, поехали дальше ролить. Попробуем. Попробуем вытащить ему еще пару имба-героев, так как аккаунт молодой. Здесь любая легенда будет нужна. Ну, как видите, мне кто-то с ребят писал в комментах, Валька, что здесь очень плохо падают герои. То шанс выбить героя очень хреновый. Кенди. Но оно где-то и так, смотрите, 10к здесь мы потратили, Валентина, Кенди. Ну это просто песня, ребят, просто жесть. Ну что, поздравляю, Лазуля есть, все-таки хоть может и шанс хреновый здесь, но зато, блин, Ледяха уже на аккаунте есть. Это радует. Это просто пипец, это просто жесть. Землеройка, ребят, вуаля. Блин, для начинающего аккаунт просто кайф. Еще один Санта Бум. Паладин, ну как же без этой имбы? Еще один паладин. Да ладно, рандомчик, ты издеваешься. 2, 3. Ну вот так вот, 40к как-то быстро у нас улетели, честно говоря. Но я вам скажу так, эти 40к мы потратили не зря. Как видите, и там можно розу собрать, если повезет, сумки огника. Но, наверное, все-таки лучше играть здесь в пирата. Так как пират здесь поинтересней будет, плюс там плюхи очень обалденные, плюс тот же самый и огник. И этот есть. Ну, в общем, поехали, сейчас пооткрываем героев. Ну, я считаю, мы более чем справились. Топовые герои мы вытащили. Ледяха. Для начинающего аккаунта это просто кайф. Землеройка. Конечно, хотелось бы больше легенд. Но... Шо маємо, то маємо. Так, дедушка. Валька. Укротитель. Кинди. Как видите, здесь слизней нет сбора. Ну, конечно, нам бы хрон выпал, вообще было бы отлично. Ну, блин, я считаю, более чем круто. Так, он где-то только начал играть. 100%. 11к кулаков. Тоже неплохо. Смотрим. Смотрим, что у нас тут есть. Так, ТУшка, бег. Да ты что? Топовые таланты прям. У него ни карт, ничего нету. Укротитель. Лазуля, исцеление, землеройка, свалин. Кого мы там? Орка не открыли.
Ну, в принципе, я скажу так, тут один Лазуля перекрывает всех остальных героев. То есть я считаю, что мы сделали нашу миссию, миссию выполнили. Короче, вот так вот, поздравляю. Переходите на немку, кто хочет играть в кайфе. Здесь куча акций, куча разных топовых плюх, как для донатов, так и для бездонатов. Пишите комменты. Всем удачи, всем пока.